решил просто создать небольшую заставочку, типа, по примеру, такого, что у меня есть. Но это, наверное, будет что-то новое, что-то другое, абсолютно иное. Вот. Зашел Blender. В принципе, что тут? Escape. Все это вот. Камеру пока все это нам не надо. Это тоже. Так, добавить. Mesh. Что это будет? Пускай это будет цилиндр. Вид сверху. Так. N, сетка, 3, редактирование, повернуть, так, сделал такой крутящийся логотип, наверное. Так, сюдемс, такая монетка, и на ней, короче, логотип будет. Чего сложного, да? Наверное, я сделаю хоть патологии. Вот так. Типа я удалил вот это грани по бокам. Да, выделю это. Вот это вот все добро выделю. Типа так надо. Так, Extrude. Вот так. S. Английская. Так. Сверху. Вот так. Ага. Немного грани не совпадают. Но я нажал. Сейчас я тут подредактирую. Так, это ось Y. Так. Нет, подожди, это большая надо. На 0 нам надо, да? Нет. Да, все правильно. Получается, мы вот так делаем. И здесь то же самое, да? Вот так вот она, в принципе, ровненько выходит. Екструд. Сюда немножко вдавить ее. И здесь то же самое. Так. Ага. Так. В. Конечно, можно просто F залить все вот это дело. Но я хочу так. Е. Нажму Е и потом. Подожди, S. Да, S, но я хочу их схлопнуть. Схлопнуть. Ну и здесь то же самое. E. Вершина. Так, нет. Схлопнуть. Вот так вот. И чтобы грани были не настолько острые. Я, в принципе, сделаю так, на кнопку А все выделю. И гладкое затенение, да? Гладкое затенение. И здесь. Вот так. Вот так. Так, минусик я удаляю. И здесь то же самое, в принципе, пока вот так вот. Чтобы тени более красиво все это выглядело. Так. Так. Ну и здесь то же самое делаю, да? И вот то же самое. Так, и вот здесь я. Пожалуй, так, кнопка C, все это выделить. В, плоское затенение, и здесь. В, плоское затенение. Английское W, хотел сказать. Ну, такая вот монетка получается, да? Прикольная.
Можно, конечно же, модификатор добавить, если это мы же не для игры какой-то делаем. Типа subdividить немного. Subdivision Surface, да, оно более гладко выходит. Так, применить объект редактирования, да, вот смотри, какое оно вышло. Тебе похуй, да, не для игры, блин. Плевать, какое количество полигонов. Так. Такая второе окошко. UV-редактор. Так, теперь нужно будет сделать разверточку. Я ее буду делать. UV пометить шов. Тут пометить шов. Где-нибудь там снизу. Вот так вот ее распаяю. Даже не так, а вот так. UV пометить шов. Что еще? Где еще можно? Вот здесь UV пометить шов. Так, где я там его метил? Ага. UV пометить шов. Это центрально, в принципе, можно очистить. Так, UV, очистить шов. Выделяю все UV, развернуть. В принципе, плюс-минус нормальная развертка получается, да? Слушай, а если я тут так помечал? И, в принципе, тогда, наверное, вот эта центральная не нужна, в принципе, разрез этот. Нет. Так, ладно, да. Он нужен, но он нужен не тут. Очистить шов. И он нужен исключительно для вот то, что у нас по этой, скажем так, оси лежит. И пометить шов. Да, отлично. И развернуть. Ну, в принципе, нормальная UV развертка выходит. Только вот я, наверное, центральный сделаю более качественным, то есть побольше, скажем так, по масштабу. Так. Вот эти две писюлины берем. Здесь то же самое. Блин. Так. Угу. Так, вроде как это можно так отскейлить. Потом мы берем все, выделяем UV, упаковать. Так. Упаковать острова. Масштаб сохраняем. Вращение похуй. Угу. Вот, в принципе, оно нормально все вместилось. Отлично. Вот такая вот монетка вышла. Теперь, в принципе, можно добавить фон. Так, добавить это все в режиме объектном. Добавить плоскость. Единицу на правой панели нажимаю. Объекты редактирования. Так. Семерка. S. Ну, то есть отскейлить все это. Где-то вот так вот. Ну, пускай вот так вот будет, да? Раз, два, три. Е. То есть экструд. Ну, плюс-минус что-то такое, да? Крышу можно потолок удалить. Ага. Выделяю этим выделением линий, короче. И зажатым шифтом. Эту боковую всю херню. Ctrl-B. Это bevel, получается, инструмент. Это вот так. И кучу колесиков мыши. Добавляю полигоны, я не знаю. Вот так вот. В принципе, для сценки там для этого все это сойдет. Выделяю все на А. Так.
Гладкое затенение. В принципе, оно белое, мне это устраивает. Да. Ну, вот как-то так. И, наверное, все это дело можно увеличить в масштабе. Ну, типа такого. Он просто белое, как фон. Типа why not? Z, сетка. Оно пол проглядный был, то есть что он там, ну, видно все было. Это так я обычно делаю. То есть, что еще надо добавить? Освещение, наверное, надо сделать, да? Давай свет. Точно еще. Нет, не точно. Это, короче, все это дело можно здесь исправить. Прожектор. Прожектор сюда. Так, поменяй мне, пожалуйста. Типа, рендер сделай. Угу. Мощность давай поднимем. И радиус давай. Нет, это не то. Так, как это угол? Подожди, размер. Смещение. Ну, в принципе, вот такой же ПХМ, более мягкий свет был. И размер вот здесь вот он, короче, делается. Ага, и мощность чуть побольше лампы. Так, а еще сюда перейдем в Tool. Где-то тут вот. Хочу Render Cycles поставить. Более реалистичный. Свет. Он, конечно, более реалистичный, но он более ресурсозатратный. Так, сюда. Можно вернуться в обычный режим, чтобы ресурсы не тратить. Как-то вот так. Вернем сюда. Источник света копи. Ctrl-C, Ctrl-V. Опять же его двигаем. Ворочаем. Как-то так. Может, чуть поближе его. Вот так. И еще один источник света. Ctrl-V. Подожди, источник света, пожалуйста, не вот этот. Вылейте, пожалуйста, как-нибудь. И сюдемс. Он будет белый, он будет на 700 ватт. Ты у нас будешь... Давай, короче, приведем все к какому-нибудь такому более красивому значению. У нас будешь более такой голубой свет. Ты будешь более... Тоже на 600. У нас будет красноватого оттенка, да? Угу. Так, я еще тут немного понажимал, короче, этот навигатор, не знаю, как он. Курсор, короче. Все по умолчанию. Короче, все когда по центру. Угу. Так, ну теперь в режиме рендера просматриваю, что получилось. В принципе, который красный можно сделать и чуть посветлее, просто с оттенком красного. Типа такой более красный. А ты вот такой более белый, но синий. А тебе мы просто добавим мощности в 700 ватт, да? Ну, что-то такое выйдет. Ну, по-моему, отлично. Моего этого чувака. Так. Вот он. Вот он, родненький. Сохранить рабочий стол. А, пойдет. Так, я нашел, короче, фотографию своего канала. Теперь я просто вставлю сюда. Как я это сделаю? Перехожу сюда. UV редактор шейдеров, во-первых, а потом сюда материал создать, так как его назову, материал, в общем, монетка, пускай будет монетка, и мне нужно, что мне нужно, сама вот монетка, да?
Перехожу в UV-редактор. Редактирование. UV. Спортировать UV-разверку. Давай тоже все на рабочий стол скину. Цилиндр PNG. Пинцелитель что? Photoshop. Сюда. И разверточку нашу тоже. Можно второй слой. В принципе, берусь, это копирую дело. Так, а у нас, кстати, посмотреть хотел. Передняя какая будет? Передняя будет вот это. Соответственно, нижняя развертка, да? Хорошо. Как-то так надо ее уместить. Да, прозрачно ее сделаю, чтобы просто понимать масштабы трагедии, скажем так. Как-то так. Если по краям можно этим черным залить. Чтобы там ничего не обрезалось бы, да? Типа вот такого. Да, наверное, так и сделаю. Что-то такое. Ага. Да. Хотя вот здесь он по бокам будет не особо сочетаться. Но мы можем поступить хитрее. Мы можем поступить хитрее. Мы можем вот так вот ее растянуть. Так, да? И добавить заливочный слой просто черный. Перетемнил немного. Нет, подожди. Давай-ка новый слой. Слой на задний план. Ага, вот так вот. И на своей-то вот так. И я немного, наверное, подотру вот так вот. Вот так, для пущей красоты. Вот что-то вот такое пускай будет. Я думаю, нормально, я думаю, прикольно. Так, объединить видимые. Я отменю. Скрою, скрою. И сзади сделаю надпись. Надпись золотого, нет, моего какого-то такого фирменного цвета надо. Давай, зеленый. Текст. Подпишись. Подпишись. Ага. Ctrl-T. Так, тут масштабирую. Такое, наверное, сделаю. Да? Да. Объединить видимое, файл сохранить как? Так. Ну да, PNG, в принципе. Так, как его назову? Монетка. Давай, коин, не знаю. Коин. Коин. Сюда перехожу. Куда перехожу? Редактор шейдеров перехожу. Материал там все создано. У нас должно все то же самое появиться. А, так, рабочий стол. Где там этот коин? Коин. Сюдемс. Подключаю. Сюдемс. Вот такая монетка вышла, да? Только немножко тут надо поиграться с перевернуть немного изображение, да? По бокам я еще сделаю, короче, золотую окантовочку такую. Я это сделаю при помощи другого материала. Так.
Чтобы это дело подправить, мы переходим в UV-редактор. UV-редактор. Объекты редактирования. Так, выделяем все. Нас интересует вот это вот по центру. Можно, конечно же, в фотошопе это типа крутануть дело. Можно здесь саму разверточку. Это, в принципе, не особо принципиально. Уже что я мучаюсь? Вот так. Вот так. Все это дело мы выделяем, все это безобразие. Кнопочку C появляется такая типа кисточки. Угу. Вот так, вот так. Вот так. Теперь смотрим. Так, тройка. Тогда рендер. Ну, пожалуйста, повернись. И повернись, пожалуйста, вот в эту сторону. Замечательно. Ну, теперь с попкой все то же самое делаем. Пока-пока. Так, с попкой все то же самое делаем. Ее тоже ворочаем. Ворочаем вот в эту сторону. Вот так вот. В принципе, получается неплохо. Но я хотел сделать окантовочку золотой. Золотую окантовочку хотел сделать, поэтому что мы делаем? В материалах нажимаем плюсик, создать золото, назову капс, включу золото, редактирование. Так, ну теперь мне, в принципе, назначить, все, вот это, короче, у нас будет золотое. Все вот это вот безобразие. Если это можно все быстрее сделать, просто так надежнее. Так, так, в принципе, здесь все то же самое. Значит, просто у нас будут две материала на одну, скажем так, модельку. Назначить. И теперь мы переходим в редактор шейдеров. В принципе, тут можно вручную все это сделать. Так, приблизь, пожалуйста. Золотой такой. Личность поднять, да? И что у нас получится? Основной цвет, короче, вот здесь выбираем. Угу. Блик. Ну, в принципе, что-то на золото похоже, да? Что-то похоже. В принципе, можно, конечно, мы эту
Вот так немножко сместить, но мне, в принципе, устраивает все. Может, потом переделаю. Что делаем теперь? Делаем теперь, добавляем, короче, камеру. Камеру. Камера идет сюда. Прощение, короче, я сейчас все поставлю по нулям. Так. И здесь 3D-сцена. Вид. Камера. Установить активный объект на камеру. То есть у нас будет отображаться. Что у нас камера видит? Сюдемс. И отображение здесь, в принципе, можно включить рендера. Да? Теперь идем в настройки камеры. Это вот здесь вот такой значочек. Фокусное расстояние можно типа вот чуть вот так вот сделать. Что такое 25 миллиметров? Угу. Так, вот теперь хороший вопрос. Я делаю анимацию монетки, что она крутится вот так вот. Либо что? Да, наверное, пускай будет анимация монетки. Так, получается, что теперь делаем? Ставим и нажимаем все каналы. Так, нет. На самой монетке английская клавиша I, положение, вращение, масштаб, вот это доступное, короче. И на 90-м кадре все, в принципе, то же самое повторяем, просто доступный можно нажать. Я предпочитаю просто все нажать, чтобы каких-то не было доступные. Так, получается, мы сделали так. И теперь нужно на 45-м кадре. Нет, на последнем кадре это нужно получается провернуть вокруг своей оси. Так. И еще раз повернуть исходное положение. Это у нас получается. Короче, так. 360 градусов ставим здесь. Получается минус 360 градусов. Нажимаем опять же английскую клавишу I. Доступные. И смотрим. Так, запустим анимацию. То есть наша монетка вот так вот проворачивается. Ограничение конец ставлю 90. У нас была зациклена такая анимация. Подпишись. В принципе, сейчас можно еще с камерой немножко подыграться, поставить, наверное, фокусное расстояние чуть поближе. Ну, вот что-то такое вот. И чуть-чуть ее, саму камеру, чуть-чуть пониже можно. Да? Ну, это как-то так. И теперь давайте просмотрим всю эту анимацию, что у нас вышло. Ну, что-то такое. Так, ну и теперь получается последнее приготовление, скажем так. Последнее приготовление. Мы идем сюда, рендер, смотрим cycles. В принципе, можете выставить все те же настройки. Max samples, это будет уж слишком, наверное, задетализировано. Чтобы как-то немножко побыстрее сделать, можно, в принципе, поставить в 2 раза меньше. Так, 2,24 поставить можно. В принципе, это тоже достаточно много, но уже получится, уже, как говорится, качественно. Так, управление, запекание. В принципе, тут ничего такого не надо нам, да? Это вот сам рендер, да? Output. Короче, мы же эту анимацию рендерим. Нам не картинками нужно, нам по сути видос нужен. Поэтому что я делаю? А VGPack, наверное, как-то так. Качество тоже 100% поставим.
вывод, это вот папка temp, сюда нажимается, то есть, ну, это ctmp, это вот по стандарту, оно вот там сохраняется. А вот, и что? Рендеринг анимации. Все, ждем, пока оно тут все зарендерит. То, в принципе, у нас тут уже все дорендерилось, кадров 90. Все это дело заняло у меня 37 минут 28 секунд. Ну, так, вот это окошко, в принципе, можно закрыть. Так, опять же, вы можете найти то, что у вас зарендерилось в папке CTMP. То есть, где там у нас тут? Здесь, короче, вот на этот нажимать Output. И здесь вывод. В принципе, можете нажать здесь, и вам откроется эта папка. В принципе, вы можете ее сюда поменять и настроить. Так, ну сейчас я, в принципе, вставлю тот видосик, который у нас получился.